5 числа заканчивается, короче, аукцион, значит, и теперь будет начинаться каждый 24-го и заканчиваться 5-го. Еще вопросы были, сдавать можно ли? Конечно, можно монеты сдавать либо в Москве, либо в Питере, значит. Вот, что я еще хотел. А как туда участвовать? Там у меня в шапке профиля в ТикТоке даже привязано сверху. Нажмете вот эти ссылку, потом три точки, и там выберите, что, ну, перекидывает. Либо там из Спирити искать Империал Северной столицы, короче, вы найдете. Вот. 5-го закончится, значит, и теперь каждый 24-го начинается, каждого 5-го заканчивается. Вот такой раз, вот такой еще там был вопрос. Так, либо через Телеграм там переходите, и все нормально, всем удачи. Там подадите заявку, одобрят вам, и можете участвовать. Там последний день будет жарким. И по поводу чего еще... Что я хотел еще сказать. По поводу слоббированной конторы. Слоббировать тоже скоро начнем. Вот, палату эту откроем. И еще что-то. В общем, вспомню, еще расскажу. Следующий будет аукцион круче, конечно. Потому что мы в этот раз не успели 70% сгрузить. Там это не мы виноваты. Так что вот так. Всем хорошего вечера, друзья.